Всем доброго времени суток, с вами Александр. Сегодня хочу вам показать свое небольшое продвижение по своей картине «Майя». Вот. Столько я отшил. Отшил лист и еще зашел чуть-чуть на другой. Но дело в том, что, опять же, повторюсь, у меня очень сейчас много работы, времени не хватает. Получается, что прихожу домой вечером, остается где-то час-два и отшивается где-то 100-150. Точнее, скажем так, 100-250 крестиков, то есть не больше. Поэтому извиняйте. Также хотелось бы показать картины на свой... Не, ой, извиняюсь. Не картины, а ниточки, которые купили на свой будущий хаед. Конечно, это не все цвета. Точнее, не полностью, не все количество ниток. Вот, но цвета почти что все. Вот такие вот цвета у меня. Хотя на картинке они, да, сама картинка на фото, она немножко, и вот еще креник вот такой вот. Вот. Сейчас. Номер 032. Ну, если кто-то знает, что это за креник. Вот на картинке, конечно, я сам не ожидал, потому что картинка более такая темная, и я как бы не думал, что там вот такие цвета. То есть здесь темных как много цвета, но не настолько, как я думал. Вот такие вот ниточки. Многие у меня спрашивали, что за хаед, что там именно. То есть получается так, что я создал небольшую интригу. Вот. Ну и по просьбе многих, как бы, моих зрителей, подписчиков, то есть я вам оставлю вот такую фотку. Вот. Теперь вы хоть будете знать, что у меня за хаед. Кому-то он может понравиться, кому-то нет. Кто-то скажет, он ничего красивого, кто-то наоборот. Вот. Но это именно тот хаед, который мне понравился. То есть это тот, когда я пересматривал практически все картины художников. И это единственная та картина, которая мне запала в душу с первого раза. Поэтому я ее взял, не раздумывая совершенно ни о чем. Вот. Есть еще, конечно, картины другие, какие мне нравятся, но пока я их озвучивать не буду. То есть, я опять же повторюсь, есть картины, которые мне нравятся просто как картина, а есть те картины, которые я готов вышить. Но до них пока очередь еще не дошла. Вот, ну на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.